Всем привет! Про компанию Oak Italy вы от меня слышите не в первый раз. Недавно у меня был защищенный смартфон на обзоре, который неплохо себя зарекомендовал. И вот недавно Oak Italy анонсировали новую защищенную модель, которая серьезный конкурент в дешевом сегменте защищенных смартфонов. Название этой модели WP12, а цена сегодня составляет 7000 рублей или около $90. Неплохо, согласитесь. Хотя если в целом брать, новинка мало чем отличается от своих прошлогодних аналогов. Дизайн новинки довольно стандартный для IP68 сегмента. Видна и приличная толщина прорезиненного корпуса и широкие рамки экрана, пусть и радующего взгляд небольшой 5-мегапиксельной селфи-камерой в левом верхнем углу. Конечно, разработчик постарался преобразить экстерьер фаблета, что ощущается в стильном оформлении двойной камеры, боковом сканере отпечатка пальцев и стилизованным под металл декоративным элементом. Но ситуация при этом не изменяется кардинальным образом. 5,5-дюймовый HD+ дисплей не вызывает разочарования, как и ровно восторга. Разрешение составило обыденное 720 на 1440 пикселей. Параметры яркости и контрастности неплохие, но при прямых солнечных лучах изображение все же немножко выцветает. Увеличенной частоты обновления картинки нет. Техническими характеристиками гаджета выбраны бюджетный 4-ядерный процессор Helio P20 частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ ЭЗУ и графический адаптер PowerVR GE8320. Назвать связку производительной язык не повернется, но со своими обычными задачами нетребовательного пользователя система справится. Внутреннего хранилища выделено 32 гигабайта. Хорошо, что слот для карточек microSD есть. Мое мнение по поводу производительности простое. Такие смартфоны не берут для игр и сложных задач, а на позвонить, что-то сфоткать и не бояться за железяку, когда оно упадет в болото или на бетон. Кстати, насчет фото. Заявлено, что у WP12 спереди 5-мегапиксельная селфи-камера и сзади на 13,02 мегапикселя. Делать на них фото, как вы понимаете, стоит только для заметок или для рабочих нужд. Но никак не получится сделать что-то достойное или красивое. Хотя раз в год и палка стреляет. Аккумулятор на 4000 мАч. При слабом процессоре заряд израсходоваться должен долго. То есть обычный день устройство должно продержаться без особых усилий. Из интересного и полезного есть NFC, яркий фонарик, поддержка GPS Galileo, GLONASS, Daybell, защита от воды, пыли и падений, IP68, ну и Android 10. И цена, конечно, очень вкусная, в 7000 рублей или около $90. А если вы хотите испытать свою удачу, то можете поучаствовать в конкурсе от Oak Italy. Условия, как всегда, простые и элементарные. Это подписаться на их канал, на страничке в соцсетях, поставить лайки, ну и тому подобное в общем. Ссылка как на само устройство на AliExpress, так и на розыгрыш будет в описании. Поучаствовать, думаю, стоит. Телефон интересный, бюджетный и защищенный. Думаю, присмотреться можно, если характеристики и цена вас устраивает. И лучше поспешить, потому что, как показывает практика, может быть такое, что устройств на всех не хватит. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про WP12, кому эти смартфоны будут полезны, по вашему мнению, и имели вы вообще опыт пользования смартфонами этой компании и этой ценовой категории. Мне интересно. Спасибо вам за просмотр, ну и хорошего дня, увидимся!